Какая твоя любимая пара на Доме 2? Ну, как я и до этого говорил ранее, мне нравятся Майя и Леша, и я уверен, что именно они выиграют свадьбу на миллион. Здравствуйте. Как попасть на Дом 2? Анюта Кокорина. Каждую среду проходит кастинг по улице Самора Машела, дом 5. Приходите туда и проходите кастинг. Может быть, именно тебе удастся прийти на главную телестройку страны. Илюша, ты супер, спасибо. Всегда ценю, уважаю своих подписчиков. Большое вам всем спасибо. Большое, огромное человеческое спасибо. Беларусь, вам тоже привет большой. Большой вам привет, Беларусь. Слушайте, мама Марина хайпажорка. И что говорить? Она приходит в эфир и хайпует. Но только она, ну, как бы, тем самым дискредитирует себя, потому что Рома, будущий муж Маринин, да, нормальный, адекватный парень, и она его так на всю страну выставляет, оскорбляет. Я считаю, это вообще очень мерзко и противно. Спасибо большое за голос, спасибо за большое за уважуху. Скоро будет новый трек. Бэм. Так, ты классный, добра тебе, спасибо. Так, ну и что, вы мне написали там пару человек всего лишь, там Дубай, еще куда-то, но кто еще куда летит? Пишите, ведь пора отпусков уже, сезон, а вы мне не рассказываете, не делитесь. Так, что в отношениях цените больше всего? Больше всего в отношениях ценю я уважение, преданность. Это самое главное, что должно быть по отношению к мужчине от девушки. Так, ждем трек. Да, трек будет. Будет, ждите, все будет. Сохраню этот эфир, да. Обязательно сохраню. Так, вопрос про Украину мне задают. Нравится ли тебе Украина? Ну, когда-то наши страны дружили, и по сей день, как бы, я нормально отношусь вот, к Украине. Жаль, что руководство и политическая власть Украины не совсем адекватно, скажем так. А так всегда был мир во всем мире, и наши страны дружили. Все зависит от верхушки. Так, поехали. Еще вопросы. Ты веришь, что Ебаров любит Аленку или он с ней ради проекта? Честно вам сказать, я верю, что Ебаров любит Алену. Объясню. Он был слабее по отношению к Рите, которая ушла, да, и в его отношениях с Ритой Рита рулила всем. А Ебаров с Аленой, он чувствует себя нормальным мужиком. И тем более я уверен на 1 000 000%, что чувства у Юбарова были, даже когда он встречался с Ларченко. Но просто он свое самолюбие не мог опустить ближе к земле, да, и все-таки сделать шаг навстречу. Но я уверен, что сейчас у них будет нормальный виток отношений. И, конечно, Юбаров лукавит, что он не хочет вернуться на Дом 2. Конечно же, он хочет, он мечтает и готов сделать все, чтобы вернуться. Но Аленку он любит искренне своего сына. В этом я уверен. Пой чаще. Хорошо, ребятки, я буду записывать для вас новое видео скоро. И поэтому обязательно вы зацените мое творчество. Для тех, кто задает снова мне вопрос, по поводу сохранения эфира. Я сохраню этот эфир. Он будет в моей ленте, вы его сможете сутки смотреть. На тебя очень приятно смотреть по ту сторону экрана. Удачи тебе и любви. Спасибо большое. Мне тоже приятно видеть таких замечательных подписчиков, подписчиц, которые меня ценят, уважают, любят. Спасибо. Не женат. Я отвечал 200 тысяч раз на этот вопрос. У Сэма и Насти не знаю, как дела. Вроде нормально все у них.
Всем привет, те, кто присоединились только что. Привет большой вам тоже. Так, ребятки, я, наверное, с вашего позволения, да, сохраню этот эфир и пойду делать дела. Мне очень приятно поговорить с вами, пообщаться. А, нет, вот есть два вопроса. Давайте ответим быстренько. Что для тебя любовь? Любовь – это когда ты можешь посвящать человеку треки. Любовь – это когда ты делаешь необдуманные поступки сумасшедшие. Самое главное – любовь – это когда с человеком тебе комфортно. Куда бы ты ни ехал, что бы ты ни делал, человек тебе нравится, и ты кайфуешь от того, что происходит. Наверное, это любовь. Отпустил бы я свою дочь на дом 2? Ребят, наверное, нет. Вот, наверное, нет. Свою дочь бы вряд ли я отпустил, потому что, ну, на дом 2 идут люди, которые не могут найти в жизни любовь, а я уверен, что мои дети в будущем найдут свою любовь в жизни. Спасибо, спасибо, сколько приятных слов, Алиса, ты красавчик, желаю тебе счастья, Вика мне пишет, спасибо, Вика. Большое вам спасибо. По поводу городов, вы часто меня приглашаете в разные города. Есть номер моего директора, там, если среди вас есть организаторы, то давайте, пишите, с удовольствием прилетим к вам в город. Слушайте, ну, девушку возьмет сильный мужчина только, у которого есть ребенок, да, и тот, кто полюбит, тот обязательно возьмет. Я думаю, что проблем никаких не будет. Нет, я участником не хочу быть. Я эксперт этого проекта, и участником это не про меня. Так, грузинский язык у меня. Хочешь ли ты в будущем сделать тур по разным городам России своими песнями? С удовольствием хочу сделать тур. Давайте я сейчас хотя бы трек выпущу, да, один записанный, и дальше будет видно. А, это вопрос был уже. Так, хороший эксперт, спасибо большое. Так, так, так. Нет, ребятки, тату у меня нет. Вот. У меня только есть пару треков группы тату. Тату у меня нет, но у меня есть пару треков группы тату. Вот, не люблю тату. Тату нет. Так, пригоняй в Калугу. Спасибо. Я в Москве, ребятки. Я и так в Москве. Родился в Москве и вырос. Поэтому я в Москве. 24 на 7. В Беларуси я не был ни разу, честно. С удовольствием бы побывал бы. Как ты относишься к Бузовой? Вопрос дня. Как я отношусь к Бузову? Конечно же, хорошо, ребятки. Бузова молодец, пишет песни, ведет проект. У нее все это получается. Я считаю, что человек self-made, то есть сделал себя сам. Она молодец, умничка. Всегда поддерживаю. Полный вперед. А ты не делаешь фан-встречи? Во-первых, чтобы сделать фан-встречу, очень бы хотел. Для начала вы напишите, или, к примеру, вот Ирина Куткова, возьми на себя функцию, организуй эту фан-встречу, собери народ, и я с удовольствием пообщаюсь со всеми вживую, и там снимем видео совместно, зальем в Инстаграм. Вот, кто из Москвы, кто хочет со мной увидеться вживую, познакомиться, пообщаться, ну, пожалуйста, организовывайте фан-встречу, и на эту официальную встречу я приду. Все же просто, как 2×24. Нет, не выходной, дела, вот вышел из дома, пока дождик за окном, поговорить с вами, обсудить насущные дела. Очень приятно.
Так, все, ребятки, спасибо за трансляцию. Всех благ, сохраняю эфир. Сегодня я иду на фильм, потом свое мнение обязательно скажу на «Заклятие». Его круто очень разрекламировали. Надеюсь, что достойное кино не подведет. Вот, всем хорошего дня, светлого неба над головой. Отдыхайте, любите друг друга, работайте, зарабатывайте. Вот. Привет. Я из Лыткарино, это рядом с Люберцами. Все.